Отдых на турбазе закончился для молодой семьи из города Зея больничной палатой. Компания подвыпивших молодых людей сбила родителей на глазах у их 4-летней дочери. Дело в том, что мужчина заступился за девушек, которым не давала покоя шумная компания. В 4 утра молодые люди решили отомстить семье, мирно спавшей в своей машине. Большинство свидетелей этой истории сейчас не хотят давать показаний. Почему очевидцы молчат, выясняла Кристина Добровольская. Я видела, что у нее вся футболка в крови, и в шее торчит стекло. О том, что безобидный отдых пойдет по сценарию плохого фильма ужасов, Жанна Козина не могла и подумать. Теперь она со страхом вспоминает тот злополучный день, когда 15 молодых людей избивали их с мужем Игорем на глазах у 4-летней дочери. Меня било человека, наверное, 4-5. То есть там тоже была группа, не знаю, потому что им даже вставать не давали. Потасовка началась до ужаса банально. Игорь вступился перед компанией молодых людей за девушек на пляже, к которым они начали приставать. Потом подвыпившая компания решила, что Жанна бросила камень в их машину. За это женщину пинком сбили с ног. Игорь дал за жену сдачи. И вроде бы на этом конфликт был исчерпан. Но неожиданная расправа настигла молодую семью в 4 часа утра, когда к пьяной молодежи приехала подмога. И проснулись от того, что утром бьется стекло впереди, я увидела. Тут открылись двери, то есть меня выкинули на пол. Начал сразу вот этот молодой человек, который, мол, меня ударил, в принципе, с которым был, он начал меня как бы избивать. Все люди, которых очень много свидетелей было на пляже, которые говорили, что мы вам будем вам давать показания, сейчас как бы молчат. Игоря избили, посадили в багажник, около часа возили и выбросили на той же турбазе. В это время Жанна уже написала заявление об избиении мужа и сама оказалась в больнице. На момент наступления пациентки, это было 8 суток назад, значит, она находилась в состоянии средней степени тяжести. Был установлен диагноз закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы мягких тканей лица, ушиб плечевого сустава, ушиб коленного сустава. Охраны на турбазе нет вообще. Полицию во время избиения никто из свидетелей не вызвал. Сейчас в Следственном комитете города Зеи заведено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. Уже сейчас в изоляторе временного содержания находится хозяин машины. Правда, пока только за вождение в пьяном виде. Если его опознает потерпевший, то данный водитель будет привлечен в качестве подозреваемого по уголовному делу. Также мы работаем совместно с уголовным розыском, и у них отдельные поручения наши на установление всех участников избиения семьи Козиных. Если вина водителя будет доказана, то ему грозит до 8 лет за рецидив. Он уже бывал в местах лишения свободы. Однако следователи уже сейчас говорят о сложности этого дела. Законом установлен срок 2 месяца предварительного следствия. Поскольку дело очень сложное, что все друг друга покрывают, то есть никто никого не называет. Опять же, эта компания написала встречное заявление, что одного из их друзей, получается, этот Козин Игорь избил, там угрожал ему ножом, физической расправой, поэтому уже их материалы, по их заявлению, переданы вчера в мировой суд. Результаты всех экспертиз будут известны уже через месяц. Неофициально те, кто в курсе произошедшего, говорят, что найти и наказать всех участников, скорее всего, окажется невозможным. А следователи обещают, что будут проверять еще и турбазу за необеспечение безопасности отдыхающих. Кристина Добровольская, Станислав Макавич, Новости дня, информационное агентство «Порт Амур».